того, кого атаковали. Thank you.
Входи.
ты знаешь, как устраивать засады. Думаю, у меня есть для тебя дело. Мой конкурент везет груз поганых АК и обычного дешевого мусора с северо-запада. Постарайся, чтобы этот конвой не дошел. То, что я хотел услышать. Очень хорошо выглядит. У меня ничего нет, увы. Правда, есть у меня знакомый у горы там Амалетца, в Ниле, на северо-восток от Пал. По карте найдет. Тот мужик мой друг. Он умеет помогать людям. Ты понимаешь? Эти паспорта ему очень пригодятся. Ты можешь обменять их на лекарства. Ожидайте самого худшего. Ополченцы сражаются за власть.
знаешь того, кто кебабы на рынке продает? Я где носил? Может, пошли вторую бутылку прикончим? Скажу, если ты скажешь. Ага, простите, пожалуйста. Ты с собой кебабы взять не мог? Мог бы, ага. Вместе с поносом, который меня от них прохватил. Ясно. Тогда извини. Так, без оружия. Давай, руки вверх. Что это я дал приказ наступать. Посмотрите на их снаряжение, только гляньте, все самого высокого качества. Если люди подумают, что это я привел отряд спецназначения, они скажут: Гакумба богат, он забирает наши деньги и прячет на тайных банковских счетах. Гакумба покупает целые армии, словно игрушечных солдатиков. Вот бы вы на самом деле были богаты, мы бы тогда накупили крутого барахла. Посмотрите на эту крошку, интересно, может шакал для нас такое достать? Это Объединенный фронт. Меня зовут доктор Гакумба. Но как пронести все через границу? Никто не проберется в страну сегодня. Скажите ему. Поблизости расквартирован отряд специального назначения. Наемные стволы, вооружены до зубов. Им платят за то, что они парашютируются и хватают... Ему не нужно знать. Да ничего страшного, если он узнает. Они здесь ради большой шишки из СНС. А если они заберут нашего врага, с кем мы будем сражаться? Переходите к делу. Спецназ выбрал удобную позицию. В пустыне, 2 километра на юго-восток. Гакумба не хочет, чтобы кто-то решил, что он к этому причастен. Это испортит его репутацию. Хватит, прошу. Все, что нужно сделать, найти этих людей и уничтожить их транспорт. Снаряжение в их транспорте. Рации, канистры с водой, боеприпасы, все, что у них есть. Это наша война. Африка для африканцев. Нам не нужно иностранного вмешательства, кроме вашего, конечно. Отправляйтесь в Южную пустыню. Найдите отряд и уничтожьте его снаряжение. После этого им хана. Вот, здесь оплата. Не забудьте, задание секретное. Ребята из АФОТ о нем не знают. Не ждите от них никакой помощи. Кому куда идешь?
видел четверых. Заходите, заходите. Хорошо вы разобрались с этими животными. Вы принесли документы, отлично. Отдайте их людям сзади. Да, ближе, добро пожаловать. У тебя лихорадка, у моей дочери тоже. Мы разделим лекарства. У тебя есть документы? Теперь ты поправишься, и у нас все будет хорошо. Мы друг другу помогаем, да? Спасибо, сэр.